Одна дама в комментариях мне написала, что я своего мужа держу в заложниках. Едой, папа, едой, да, едой. Значит, объясняю, если мужа не кормить, он очень сильно похудеет. А если он похудеет, с него будут сваливаться трусы. И я так предполагаю, что трусы будут сваливаться совершенно на другой кухне, в другой квартире и для другой женщины. Поэтому мы встречаем папу вот так. Опята свежие, собранные, приготовленные. Хачапури по-аджарски, красная рыбка. Папа покоптил вкусную курочку. Я приготовила манты. У папы щи с желтой еврейской говядиной, вкуснейшие просто. И папины законные 50 грамм. Я приготовила вот такой вот хлебушек. Здесь он не сильно картинный, но зато вот здесь вот он прям очень аппетитный. А на десерт будут пирожные Анна Павлова.